Добрый день. Приехали в Барселону. Вот сейчас на центральной площади происходит кормление голубей. Голубей тут, я не знаю, сколько разносчиков зараза. Ну, кидай еще. Дай мне. Вот тут у меня. Олег, поснимай, не глядь. Вот у меня на руке сидят. Дай мне кусочек. На, держи. Гули, 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 гули. Ну, это как не разрешает ему жрать. Ну что? Так вот в Барселоне кормят голубей. Здесь голодным не останешься. Захочешь. Взял всех моих голубей и испугал. Посмотри мне на голову. Сними вот так, переверни камеру. Еще переворачивай. Обалдеть. Она снимает, да? Да. Уже вообще у нас пошли эти номера такие акробатические, цирковые. У меня на голове сидит какая-то. А сейчас голубь на голубе засел, у тебя опять на голове сидит. Слушай, у тебя уже там два чуть ли не сели. Ой, елки-палки, мне на голову. Слушай, вообще, на тебе хлебушек. Ну что? Глянь. Вообще не бояться. Тебе как вот беленький все садится и садится. Да, беленький. Вау. Вау! От меня к тебе перепрыгивает. Ты как памятник с голубями. Лапки точили. Как любят тебе. Вот лить только никак не, ради бога. Если какнешь, я устрою вам кровавый террор. Ай, йога. Блин.